По данным МЧС, сигнал о возгорании заброшенного дома по адресу 3-й полевой переулок поступил на пульт диспетчера в половине 6 вечера. Огонь очень быстро охватил деревянный дом площадью примерно 150 квадратных метров. Я увидел примерно в районе половины 6-го. Сначала полетел какой-то кусок такой горящий. Я вышел на балкон, на девятиэтажке, там я проживаю, и смотрел с балкона. Пламя было очень сильное. И прям в ближайшее время раздалась сирена, и приехали пожарные машины тушить пожар. Очень страшное зрелище. Пламя было очень высокое. Там до 5-го этажа все. Боялись, что пойдет верхом и на соседние дома перекинется. Потому что все-таки частные дома, частный сектор, у всех сараи, у всех деревья плодовые. Хорошо, ветер не туда дул. На месте тушения пожара работали 8 единиц техники и 18 человек личного состава ГУ МЧС России по Рязанской области. Возгорание удалось ликвидировать в 18 часов 20 минут. Однако люди переживают, что на этой улице еще есть нежилые деревянные дома, которые могут загореться. Большая просьба обратиться, наверное, к властям, чтобы такие вот как бы хибары, которые вот здесь вот находятся, их давно пора сносить. Постоянно здесь собираются какие-то, особенно летом, люди такие, они выпивают, там курят и, соответственно, ну и бомжи, это само собой место злачное для бомжей. Вот. И страшно за то, что вот тут хорошие дома стоят. Как бы пожар вот не перебросился туда, случайная искра. И пошло все дальше, процесс пошел. На данный момент причина пожара выясняется, пострадавших нет. Олеся Котровская, Григлотов, телекомпания «Город».